Они верят в мир и, как и все маленькие жители нашей страны, надеются на чудо. Работы, представленные на выставке «Город рос. Возрождение», пропитаны искренней любовью к родному городу. Рисунки, созданные учащимися 10 школ искусств Донецка, на самарской земле уже не впервые. Ровно 5 лет назад юные художники впервые посетили Самару, чтобы принять участие в выставке и увидеть наш город. Ее привезли учащиеся школы искусств номер 6 во главе с руководителем Шуминкиной Любовь Васильевной. И впервые детки выехали из своего города и оказались как раз в первую очередь в этом зале, потому что здесь открывалась выставка «Война глазами детей Донбасса». Уехав из нашего города, они создали выставку замечательную «Самара глазами детей Донбасса». Дети – это, наверное, самое главное, что есть в жизни каждого человека. Мы сами когда-то были детьми и мечтали, у нас было много каких-то пожеланий. И вот то, что ребята сегодня на этой выставке, мне как раз кажется, выразили всю свою мечту, все свои пожелания, которые очень искренние, очень доверчивые. На выставке «Город рос. Возрождение» представлены работы с изображением городских панорам Донецка. Здесь и местные жители, и тихие парки, и прогулочные улочки, и живые цветы. Жизнь бьет ключом. Шли уроки, тогда у нас не дистанционно, а очно были. То прилетали снаряды, и я вздрагиваю, а дети мне говорят: «Не бойтесь, Любовь Васильевна, это мимо пролетело». И сидят, рисуют. Работы их светлые, то есть в них это тепло, к миру и надежда на лучшие времена. Поддержке жителей Донбасса особое внимание уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Наш регион одним из первых начал сбор гуманитарной помощи, который активно продолжается. Лейтмотивом выставки «Город рос. Возрождение» стала интеграция жителей Донецка в единое культурно-образовательное и просветительское пространство страны в целом и Самарского региона в частности. В 2023 году партнерами проекта стала городская общественная палата. Инициативу поддержала глава Самары Елена Лапушкина. Зная историю отношений Самары с Донецком и эту великолепную выставку, новую, которую поддержал наш художественный музей, общественная палата не могла пройти мимо этого факта. В дальнейшем этот проект планируют показать и в других городах. Посмотреть на «Город рос» можно до 12 июня. Александра Гусева, Игорь Казановский. События.